обрадовали нас тихой новостью, которая в мозгах не очень отозвалась, но на самом деле является, как говорится, судьбоносной. Новые деньги будут, цифровые деньги. И многие, может быть, не обратили на это внимания. И мадам Набиуллина с одной извилиной в голове не очень-то настаивала, чтобы люди что-то поняли. А кто услышал, наверное, решили, что это ну просто какие-то там безналичные деньги. Так вот, это не так. Можно вообще придумать сколько угодно видов денег, потому что деньги – это прежде всего правовой статус. Если вы берете наличные деньги, то они в обращении находятся только потому, что аппарат государства всеми силами требует исполнения определенных законодательных норм. И тогда вот эта бумажка, на которой что-то написано, рассматривается именно как деньги, как всеобщий эквивалент для того, чтобы можно было менять результаты одного труда на результаты другого труда, взвешивая их либо рыночным методом, либо волевым методом, устанавливая соотношение между этими типами труда. Ну, как оно установлено, мы прекрасно понимаем. У нас какой-нибудь министр торговли получает доход в год 500 000 000 рублей, а пенсионер получает за год, а пенсионер за год получает где-то там 1150, ну кто-то может немножко побольше. То есть разница вот такая. Обращение денег устроено вот так. То есть финансовая система настроена на то, чтобы некие избранные люди получали столько денег, сколько им хочется, и, соответственно, обменивали на крайне дешевый труд других людей. Так устроена финансовая система в России. И российские РФовские деньги, они обращаются вот таким образом. Есть безналичные деньги, которые имеют свои свойства, которых нет у наличных денег. Наличные деньги зачастую неконтролируемо для этой системы переходят из рук в руки в виде подарков, в виде наличной оплаты без оформления документов, в виде конвертов, в которые кладется большая часть зарплаты, чтобы избежать безумных налогов, которыми опутали всю страну. Это понятно, а безналичные деньги таких свойств не имеют. Но они имеют другие свойства, зато очень быстрое перечисление через океан можно конвертировать мгновенно и так далее, много всяких свойств. И придумать цифровые деньги можно совершенно разные. Вот те деньги, которые сейчас обращались в безналичной форме, теперь получат какие-то новые свойства. Какие, никто не знает. И единственное, о чем пыталась сказать Набиуллина в силу своей просто глупости очевидной, это о разнице между анонимностью и конфиденциальностью. Она, видимо, решила таких же тупых людей поучить тому, чего сама постигла. Великое достижение понимания этих двух разных терминов. То есть, предположительно, новые деньги будут обращаться по каким-то специальным, особенно защищенным каналам. Информация о перемещении этих денег будет известна людям типа Набиуллиной, а от всех остальных закрыта. Скорее всего, речь идет о специальных чиновничьих каналах, где криминальные деньги путинской группировки будут перемещаться совершенно конфиденциально, безопасно для держателей вот этих ворованных капиталов. И от вас все будет скрыто, так как скрыта от вас информация о собственности вот этих всех всенародно избранных, там, народных избранников, великих комбинаторов, великих предпринимателей, которые ничего в предпринимательстве не понимают. Они награбили огромные деньги, конвертировали их в собственность. Собственность распределилась по всему миру, им так удобнее держать большую часть своих богатств за рубежом, потому что здесь могут вдруг что-нибудь произойдет. Ну, впрочем, и там тоже происходит, но они почему-то больше надеются на зарубежных своих партнеров, чем на народ, который
в общем-то, не признает законность их богатств. Вот они поэтому изобретают особый цифровой режим для своих денег. Думаете, для ваших? Нет, ваши деньги не будут ни анонимными, ни конфиденциальными. Вас будут просвечивать вдоль и поперек, и для мошенников не будет никакого труда распорядиться вашими деньгами. Так очень замечательно Сбербанк объявил, что в текущем году или в течение года, не очень понятно, но около 3 миллионов случаев мошенничества, так называемого телефонного мошенничества. То есть 3 миллиона человек, пользователей Сбербанка, ограблены с участием Сбербанка, который никаких мер против мошенничества не предпринимает и не собирается этого делать, поскольку он сам является мошеннической структурой. Вот теперь для этих мошенников такие каналы передачи денег будут организованы, ведь все воровские операции можно проследить, деньги оставляют следы. Даже если вы каким-то образом пытаетесь защитить тут внутрироссийские свои транзакции, то за рубежом они же оставляют следы. В принципе, все можно проследить, и любого вора можно взять за шиворот. И то, что это не делается, говорит о том, что контролируют все эти перемещения денег именно сами эти воры. Для нас единственное, что мы можем, чего мы можем добиваться, это уничтожение этой воровской системы вместе со всеми субъектами воровства. Например, Сбербанк, которому из государственного кармана, то есть из нашего с вами кармана, правда, теперь вот губернатор Дегтярев открыл, что никаких народных денег нет, и есть только деньги государственные. Вот из этих государственных денег, которые собираются-то из наших карманов все-таки, а Сбербанку выплатили, внимание, 2,4 триллиона рублей. 2,4 триллиона рублей, чтобы выкупить контрольный пакет акций государства. Спрашивается, а как это государственный Сбербанк потерял контрольный пакет? Кто, за сколько денег это все? Ну, просто даром отдали, то есть украли. А теперь еще невероятного размера выплата была держателем этих акций, а это, собственно, те же самые, кто и владеет Сбербанком. То есть фактически влили в Сбербанк колоссальные деньги, и теперь на эти деньги легко купить готовые бизнесы и распоряжаться ими, как вздумается, пытаясь раскрутить их с помощью рекламы, что сейчас вот этот Сбербанк и продолжает делать. Для него вот создаются специальные каналы перемещение денег, чтобы никто ничего не заподозрил и никто не предъявил никаких претензий. А для мошенников все открыто, ваши счета, ваши карманы, они совершенно проницаемы для мошеннических операций мелкого масштаба, крупного или тиражированные в миллионах случаев, как это произошло со Сбербанком. Мы хотим выжить, тогда Сбербанка не должно существовать в нынешнем виде. Грефа, как распорядителя финансов, не должно существовать в этом виде. Набиуллина, Силуанова и прочих вот этих якобы финансовых гениев, которые едва-едва освоили счет 4 арифметическими действиями, не должно быть в управлении государством, вообще на воле не должно быть, потому что, видимо, это какая-то заразная болезнь. Никакого, конечно, никакой эпидемии ковида у нас нет, есть обычная зараза сезонная, как вот в Швеции тут прокололись ведущие Первого канала, трипологи, и когда в Швеции прямое включение показало, что там никто в масках не ходит, и все относятся к этому вирусу как к обычной простуде. Ну, это был определенный шок. Как мы здесь все, мы тут работаем, тут такая пропаганда ведется, а в Швеции просто смеются над всем этим. Вот это способ, конечно, охмурить нас всех, и этих людей тоже не должно быть. Спрашивается, а кто должен быть? А вот тех, кто должен быть, вы не знаете, я не знаю. Их считанные единицы. И мы узнаем их только в одном случае, если во главе государства встанет поистине русский человек, национально мыслящий и ориентированный на национальные интересы. Сейчас ко всему этому можно приставить анти, и это будет портрет нынешней власти. Вот эта придумка с новыми деньгами, это
некий ответ на попытку изобретателей биткоинов и прочих криптовалют выскользнуть из ситуации, когда финансовые технологии становятся общедоступными, поскольку компьютерные технологии общедоступны. Теперь вот эта шайка, захватившая власть и разграбившая нашу страну, пытается создать свою собственную криптовалюту, действующую в интересах только тех, кто ее изобрел. Наш ответ должен быть простой, ни в чем организованном этой так называемой «властью» в кавычках, не участвовать, стараться ей сделать как можно хуже всеми доступными нам средствами. Их у нас не так много, но самое главное – это очистить мозги от того рабского состояния, в котором пребывает подавляющее большинство. И я, если даже скажу 99%, то, наверное, это не будет такой шокирующей цифрой, потому что когда вы смотрите на толпы в масках и когда вы знаете, что эти люди просто тем самым выражают свою покорность нынешнему режиму, то становится страшно не от того, что у нас власть такая мерзостная, а от того, что люди так относятся к этой власти, как будто она действительно от Бога. И тогда вы сами становитесь одержимыми чертями. Слава Руси, Господи, спаси!